Всем привет! Ну и вот у нас вездеходик. Вот у нас крышка передняя, двигательный отсек, крыло, крылья, а пока крылья, полукрылья получается. С этой стороны вот так. Вот она, опа, закрывается задница. Там я сегодня вот занимался с этим, сейчас придется прибираться. Колун делал, потому что такой колун уже нигде не найдешь. Вот такой. А вот то, что вот эти покрышки кама. Вот они суперские. Кто хочет, например, обдирать вот такие, бери новенькие, обдирайте. Вообще клевая покрышка. Вот она. Она мнется, вся мнется. Ну, хорошая. Вот, не идет. Все хорошо, как надо. По клину. Самое главное. Света нету. Блин. Сам по клину не идите. Вот и клин, который. Иначе будет беда. Слишком мало слоев. А так, она вот мягкая. Очень. Килограмм 28, где-то, ну, 28 даже не будет, 24 может быть килограмм. Ну, вообще от 24 до 28. Я не взвешиваю по крышке. Грунтозацепи. У вас все грунтозацепи. Сегодня, получается, ободрал эту покрышку. У меня оставалось, вчера не смог закончить, потому что домашние дела были. Так, у меня вчера еще, сколько, 4 или 5 штук, 5 штук вроде как оставалось. С одной стороны, и это еще было целое. Ободрал за почти за 2 часа. Идет хорошо. Вообще отлично. Так что не сомневайтесь. А то, что кто хочет, например, завтра, чтобы он выехал, ставьте лайки. Это вездеход завтра выйдет и покажет класс. Мне завтра вот этим... Если дрова колоть, а жена будет все доделывать. Даже ставьте лайки. И тогда выйдем точно.